Привет. Привет. Как всегда. Гриша, добрый вечер. Я рад тебя видеть и слышать. Ты на месте, Гриш? Куп. Да, я слышал. Это ты говоришь куп. Типа начало нашего разговора, да, Гриш? Ку. Все начинается на ку и кончается на ку. Да, Гриш? Как день прошел у тебя? Куда ходил? С кем общался? Ку-ку. Ку-ку? Это да, это хорошие слова, такие добрые. Для начала разговора это хорошо. Ку-ку. Опять ку-ку, Гриш? Ну опять, это значит разговор идет, да? Одно ку. Это было два, сейчас одно. Кошака. Хочешь виноград? Виноград? Да, Гриш, я люблю виноград. Хочешь? Конечно, хочу, Гриш. Ку-ку. Ку-ку. Это хорошо, ку-ку. Все правильно, Гриш, ты говоришь. Гриш, успокоился? Гриш, а я не волновался, Гриш, я спокоен. Выйди. Пиво. Пиво хочешь, да, Гриш? Мяу, это понятно, мяу это кошечка. А пиво хочешь, сейчас я скажу, Гриш, как ты любишь. Ох, ты еще пиво не пил, а уже такой песню свою веселую поешь, да, Гриш? Уходи! Кого ты там прогоняешь, Гриш? Тра-та-та, это сейчас ку-ку. Веселая песня. Ребята, добрый. Ребята, да, здесь все ку-ку. Твои знакомые ребята. Ку-ку. Ку-ку. Хочешь виноград? Да, Гриш, я хочу виноград. Ты хочешь меня угостить, да? Кухалки? Хорошо? Хорошо, Гриш, все хорошо. Что ты делаешь, все хорошо. Ку-ку. Ку-ку. Гриш, купался? Откупался? Искупался, Гриш, купался. А, принял душ, душ такой хороший, Гриш, освежающий. Уходи. Ой, Гриш, ты так серьезно кому это говоришь, уходить-то? Кто там тебе мешает, да? Я купался, душ принимал, да. Белый как раз. Купался? Купался? А как? Купался. Наташа. Мяу. Это классное. Ох, Гриш, ты песню поешь. Отличную. Очень прекрасная песня. Прям на душе становится тепло от нее, Гриш. Ку-ку. Гриш, виноград, папа. Гриш, виноград будем кушать, да. Пиво. И пиво, пиво. Гриш, я же говорю, я обещал, я принесу пиво. Ку-ку.
Ку-ку, Гриш, это ку-ку. Хорошо. Что хочешь? Да ничего не хочется, Гриш, пока. Гриш, а у тебя хочу. Настроение хорошее, хочу. Я смотрю, да? Уходи! Ку-ку! Ты кому ку-ку. Говоришь уходи, Гриш? Никому да? Же нет. Ты, это пора спать. Пора спать? Мы ну давай ку-ку. Попозже, Гриш. Ой, какая ария у тебя. Короткая, но очень... Тра-та-та-ку, пи-ка-па. Тра-та-та, тра-та-та-ку. Ой, как прекрасно, Гриш. Как прекрасно. А лайки надо ставить. Но песня у тебя великолепная, Гриш. Действительно, заслушаешься. И про собаку классно. Тра-та. Тра-та-та, тра-та-та. Отлично, Гриш. Отлично, Гриш, ты поешь. И чижика собаку, и кошку забияку. Да, Гриш? Молодец, Гриш. Мяу. Мяу, это такая кошечка ласковая, да, Гриш? А это собачка. Маня. Зупа. Зупа. Ой, это иностранное слово, Гриш. Иностранцы его говорят, Гриш. Ой, молодец, хорошо поешь. Гриш, когда ты поешь, на душе становится радостно. Мяу, это хорошо, Гриш. Это нежно и уважительно. Хочу, Гриш. Угощаешь? Спасибо, я знаю, ты добрая птичка. Ку-ку. Ну, ты ма. На. Ой, ку-ку. На. Давай, давай. Ой, Гриш. Твоя ария вообще так прекрасна, что люди радуются, когда слышат ее. Это великолепно, Гриш. Это потрясающая музыка у тебя. Хочу, Гриш, хочу. Спасибо тебе за угощение. Мяу. Мяу, да, Гриш, это кошечка. Нет, не холодно, Гриш, нормально. Гришенька, какой ты молодец. Как хорошо ты все рассказал, да? Григорий, виноград хочешь? Сейчас тебе дать... Он угощает, Гриша, добрый. А, ты сам угощаешь, птичка, да? Она сам угощает. А, ну давай дадим тебе виноградик. Сейчас мы, Гришеньке, он сам выберет себе виноградик. Дадим, на, Гришенька, виноградик, на, выбирай. Он сам выберет. Ой, как хорошо. Выбрал? Ну, давай, давай, давай. Вот молодец, ребята. Виноград любит Гриша.